на 1520 миллиметров. Именно такова официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества независимых государств Балтии, Монголии и Финляндии. Ее общая протяженность на этом пространстве составляет 154 366 километров. Распад Советского Союза привел к разрыву многих связей в рамках некогда единой экономической системы. Функционирование целых отраслей экономики оказалось парализовано. Во многом это затронуло и железнодорожный транспорт. Начиная с середины 90-х годов становится ясно, что политическое размежевание является тормозом для экономического роста. Очевидной стала потребность в восстановлении транспортных и, в первую очередь, железнодорожных связей как основы экономической интеграции. В этих условиях и возникла смелая идея создания стратегического партнерства 1520, ныне эффективной коммуникационной площадки для объединения и консолидации всех, кто заинтересован в развитии железных дорог с шириной колеи 1520 миллиметров. В первом международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520», проходившем в Сочи в мае 2006 года, приняло участие более 450 представителей из 30 стран. В рамках форума было проведено более 20 мероприятий. Musta se on erittäin hyvä idea, että nämä 1520 rautatiejärjestelmän puitteissa olevat tahot kokoontuu yhteen, käy läpi tärkeitä asioita ja hio strategioita. Ja nykyaikana, kun kilpailu kiristyy, niin tämmöiselle foorumille on todellakin hyvä tilaus. Структурное реформирование и стремительная интеграция в мировую глобальную экономику предполагают как большие возможности, так и серьезные риски. Какое место в мировой транспортной системе займут железные дороги с шириной колеи 1520 миллиметров? Насколько готовы национальные транспортные компании к принятию рисков глобальной конкуренции? Как привлечь евразийские грузопотоки на глобальном рынке транзитных перевозок? Найти пути решения этих сложных стратегических задач предстояло организаторам и участникам первого форума. Итоги работы форума превзошли все самые смелые ожидания. Он не только стал уникальной и эффективной коммуникационной площадкой, но и позволил определить главные направления дальнейшего сотрудничества. Были подписаны многомиллионные контракты, приняты стратегические решения по развитию сети международных транспортных коридоров, инициированы бизнес-проекты по созданию единого информационного пространства железных дорог. Стратегическое партнерство 1520 – это, по моему мнению, переход в новую формацию, на новые решения, ибо жизнь не останавливается. Железнодорожникам тоже нужно переходить на новые методы решения своих вопросов, на более эффективные. И поэтому я только могу приветствовать колею 1520. Она для нас всех родная. В продолжение работы по созданию современной, авторитетной, независимой дискуссионной площадки компания «Стратегическое партнерство 1520» вышла с инициативой о проведении международного регионального железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520. Центральная Азия». Поиск взаимовыгодных решений, расширение возможностей и перспектив транспортных систем стран Центральной Азии в пространстве 1520 стали ключевыми вопросами форума, который проходил в Алма-Ате в декабре 2006 года. Если мы сегодня не решим вопросы содержания магистральной сети в надлежащем виде, мы потеряем скорость, мы потеряем эффективность нашей работы. Если мы не синхронизируем сегодня реформы, мы опять же станем тормозом для наших экономик. Поэтому форум 1520 – это форум, который должен решать задачи, связанные с
очень быстрым рывком нашей отрасли вперед. Поэтому мое отношение к этому форуму, оно абсолютно, и я его озвучивал на первом форуме, приложить максимум усилий всем нам для того, чтобы мы нашли эти рычаги, смогли использовать современные технологии, передовые технологии, и использовать современные рычаги. Мы должны делиться опытом, как привлекать деньги. Мы должны делиться опытом, как размещать еврооблигации. Мы должны делиться опытом, как стать прозрачными и понятными для всех. И все это нам нужно сделать в очень и очень короткое время. Международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520» вносит весомый вклад в будущее железнодорожной отрасли «Пространство 1520». Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы превратить «Пространство 1520» в наиболее динамично развивающуюся транспортно-логистическую систему мира, которая займет лидирующие позиции в обеспечении мирового товарооборота. На втором международном форуме «Стратегическое партнерство 1520» мы вновь приглашаем лидеров бизнеса и руководителей высших органов государственной власти, представителей международных организаций и экспертов ведущих исследовательских и консалтинговых институтов к открытому диалогу. Ваши действия и решения определят будущее евразийской транспортной системы. Давайте побеждать вместе!